Пока только эксперимент. Ребята из молодежного правительства предложили смелое решение – перекрыть парковку у центрального универмага, а на месте организовать площадку для отдыха. Но первым делом молодые архитекторы и общественники хотят оценить масштабы данного проекта, взвесить все «за» и «против». Когда строился ЦУМ, это место предполагалось для удобного транзита горожан. И тем самым мы экспериментальным путем пытаемся выявить, нужна ли сейчас эта площадка под пешеходную зону. Перед тем, как предложить проект, в правительстве ребята провели эксперимент. Установили на парковке камеру и в режиме таймлапс в течение нескольких часов наблюдали за движением пешеходов. Мы обратили внимание, что люди останавливаются не потому, что они идут на остановку, не потому, что они идут, в Гулливер и тому подобное, а люди останавливаются тут потому, что им просто некуда себя деть. Понятно, что кто-то сходил... приобрел что-то, и, находясь на этой локации, он понимает, что пока ему деть себя некуда, и с друзьями расставаться не хочется, и поэтому вот это своего рода точка притяжения молодежи оказалась. Тему активно обсуждают в соцсетях. Многие отмечают, зачем перекрывать парковку, если буквально на другой стороне ЦУМа уже есть большая площадка с фонтаном, которую надо только облагородить. Площадку и здание кафе рядом с универмагом выкупило Министерство спорта. Как отметили в ведомстве, на участке планируется реализовать проект «Дом спорта». В планах также открытие музея спорта и аллеи славы легендарным спортсменам. Мнение прохожих также разделилось. Да не стоит, здесь и так парковаться негде. Посмотрите. В центре вообще, по-моему, перекрывать ничего не надо. Будут сидеть, распивать. Здесь и так постоянно Макдональдс тусят. Все-таки я считаю, что город все-таки больше для людей, чем для машин, чтобы людям было, в первую очередь, в нем комфортно, а уже потом автомобилем и другим видом транспорта. Поэтому все-таки лучше общественное пространство, я считаю. А где машины ставить тогда? Ну, вот это просто это такой центральный вопрос. Район, и тут как-то нужна парковка, да, чтобы оставлять транспорт. Лавочки-то тоже не помешают, но машинам где заехать, чтобы зайти в магазин? Им негде больше здесь встать, тут места нет просто, мне кажется. Или вообще пусть и центр сделают пешеходным тогда. Лучше пешеходную всю зону сделают. Всю зону, как в Москве, Тверскую или в этом. И убирают отсюда организации в другое место, где пошире дороги. В городской администрации идею молодежи поддержали. До конца августа парковку собираются перекрыть на один день. Этот эксперимент и покажет, хотят ли ульяновцы изменений в центре города или нет. Илья Михно, Александр Кудряшов, Управда ТВ.